Добрый день, дорогие друзья, уважаемые подписчики. Сегодня давайте рассмотрим такой довольно-таки интересный экземпляр. Как видим, батарейка реактор, и батарейка у нас 12-го года. Так, как бы вот так вот, чтобы видно было. 12-го года. Старое исполнение, сейчас таких уже не встретишь. Вот евро плюс у нас там ток холодного пуска 750. Это, наверное, одни из первых реакторов, которые начали выпускаться. Если кто знает, когда их начали делать, пожалуйста, подскажите. Значит, и вот такие параметры у батареи. Это я мерил при клиенте. И сейчас вот давайте еще раз замерим. Значит, 0 по соху, 21% заряда, 38 ампер выкатывает, НРЦ 12-13 и сопротивление 72-72. Делаю второй замер. И показатели чуть-чуть. Ну, бывает, что они чуть-чуть проваливаются. Значит, нагрузочка вообще у нас не держит падение до 6 вольт. Не 6, 7, по-моему, блядь. Так, но что интересно, почему я все-таки взялся за эту батарею, так как у меня предчувствие, что с ней кто-то повозился. Вот эта баночка у нас электролит слегка мутный. Вот здесь вот. Бляха-муха. В этих электролит чистый. И в этой баночке у нас плотность 1,18. Во всех остальных банках у нас плотность, ну, практически 1,28. На вопрос, закономерный вопрос, кто обслуживал эту батарею в течение такого длительного времени, 10 лет, сказали, какой-то дедушка. Ну, дедушки не стало. И вот решили эту батарейку привезти ко мне. Значит, поэтому у меня возникло подозрение, здесь тоже 1,28, что в эту батарейку активно подливался электролит. Поэтому, как обычно, начнем с отбора электролита. Так, и вот эта вот баночка у нас тоже отстает. Здесь у нас плотность 1,24, 1,23. Так, тоже отметим. Вот так вот. 1,23. Здесь 1,18. И будем делать отбор и корректировочку водицей. Живой водой дистиллированной. Ну что, погнали в работу. Значит, сделал отбор по 120 миллилитров. Здесь и здесь. Долил по 150. Здесь сделал отбор 30 миллилитров. Долил 60. Здесь сделал отбор 60 миллилитров и долил 60, долил сейчас, наверное, еще 30-ку бахну. Уровень сделал по вот этим ножкам, которые торчат, вон видно их, да, вот эти ножки. И теперь начнем с этой батарейкой работать.
вот это у меня слитый электролит, это водичка, животворящая вода. Время у нас конец рабочего дня, поэтому будем делать абсорбацию на китайце. Подключаем китайца. Так, что-то я не того китайца подключил. Вот, подключил китайца. Так, и сразу ставим 3,7 ампера. Вот так вот. И посмотрим, как у нас пройдет абсорбация. Ну, в любом случае, время уже почти 4 часа. Сегодня осталось мне работать недолго. Батарею оставлю на этом заряднике до утра. Прошло буквально 2,5 часа. И, как видим, зарядный ток упал до 0,8 ампер. Это нам лишний раз говорит о том, что в этой батарее абсолютно нет емкости. И заряд батареи пока не принимает на 14,8 вольт. Эту батарею практически невозможно раскачать. Оставляю ее до утра. Пусть поработает буферный заряд с этой батареи. Потихонечку размягчит сульфатики. И утром продолжим с ней работу уже на других зарядных устройствах. Друзья, все как обычно. 17 часов батарейка простояла на китайце. Сейчас замерим плотность и продолжим работу с этой батареей. Вчера водички не пожалел. Залил от души. Так, это та баночка, в которой... Ух ты! Было 1,23, ну здесь у нас 1,15. А почему залил столько много воды? Потому что есть смутное подозрение, что с этой батарейкой дедушка хорошо изрядно поработал электролитом. Так, и здесь у нас, ну и здесь у нас тоже 1,15. Так, утомлять полным замером вас не буду. Подключаем. Так, вот этот зарядник. Вот какой у нас НРЦ. Так. Напряжение ставим 17 и будем определять 3,7 ставим, ну 3,8 пойдет зарядный ток и включаем. О, 3,9 выскочило. Ух ты, батарейка еще в добром, хорошем здравии, быстро подлетела к 16 вольтам, несмотря на то, что ей 10 лет. Ладненько, 16,2 уже. Ладненько, будем продолжать работу. И посмотрим, до скольки разгонится эта батарейка. Десятилетняя, удивительно. Удивительно, все-таки умеют, когда захотят, делать долгоиграющие батареи. Буквально через 18 минут батарейка догрела до 16,5 вольт на 3,8 ампера. И напряжение начало прыгать в сторону снижения. 16,4, 16,5. Ну, посмотрим, как она будет себя вести дальше.
Прошло 2 часа 38 минут, и вымпел нам подсказывает, что заряд окончен. 9, почти 10 ампер в наш реактор вошло, влетело. Ну, не влетело, будем так говорить, а вползло на дозаряде. Это как бы мало. Давайте будем мерить плотность. Так, давайте посмотрим. Зарядник отключим. Так. Вот так вот. Плотность 1,20. Так, где была у нас плотность? А, это в третьей банке у нас 1,18. Также 1,20. И там, где у нас было 1,18, мы добавили туда водички, и плотность видим 1,15. Так, еще одна баночка нас интересует. Первая 1,23. Один 20. Также 1,20. Так, друзья, давайте ткнем нагрузочной вилкой и посмотрим, есть еще порох в пороховницах у этой батареи или с ней не стоит дальше продолжать работать. Блин, поставил запись на паузу и сделал замер, и оказывается, с паузы забыл снять. Ну, давайте сделаем еще один замер. Замер отличный. Просадка до 10,7 вольта при нагрузке за 10 секунд. То есть батарейка у нас еще как бы должна, по идее, поработать. Ну, давайте еще раз ткнем. Ну, как видим, 10,8, 10,7 вольта. Нагрузочка нагрелась. Дадим батарейке отстояться, пусть пару часиков отстоится. Так, ну-ка, после нагрузочки, что у нас, 12,5. Ну, это я ее два раза ткнул, потихонечку набирает. Дадим батарейке отстояться, и, наверное, я ее перемещу на 55-й вымпел и начнем перед тем, как я начну работать с 55-м вымпелом, мы опять снимем показатели и посмотрим на динамику третьего алгоритма. Многие меня спрашивают, почему ты не делаешь там асинхронный заряд, все прочее. Мы асинхронный заряд делать не будем. Мы с батареей поработаем на третьем алгоритме, но за счет естественной высадки этой батареи. То есть батарея будет сама по себе высаживаться. И сначала найдем ее конечное окончание, напряжение окончания заряда, и исходя из этого будем работать третьим алгоритмом. Сейчас эта батарейка пускай пару часиков отстоится, придет в себя, и продолжим с ней еще работать. Я, конечно, вчера лихо отобрал по 120 миллилитров буквально электролита, возможно,
чуть-чуть погорячился, но для такой батареи лишним не будет. Если у нас будет больше места в электролите для растворения сульфатов, чем больше места, тем лучше. Ладненько, пока тормозим запись. Да, у батареи отстоятся 3 часа. Давайте сделаем замерчик, в какую сторону двигается наша батарейка. Ну, сразу после заряда нагрузку батарейка держала вроде бы неплохо. Так, 750 ампер. Ух ты, бляха-муха. Смотрите, какие параметры, блин. Что она показывает? 75% по соху. НРЦ 1272, 653 ампера выкатывает. Парадокс. Парадоксально. Ну что, давайте еще раз ткнем нагрузочной вилочкой и посмотрим, что. Так. Двенадцать шесть, 10,6. Батарейка стоит на Volkswagen Golf, и уже сейчас эта батарея у нас будет крутить, и крутить неплохо. Так, где наш ореометр? Бляха-муха. Куда я его, блядь, сунул? Сейчас. Так, давайте еще раз замерим плотность. Батарейка холодная. Так, плотность 1,20. Ничего не поменялось. Поэтому давайте будем разгонять 55-м вымпелом. Так, на какой поставить? Ну, давайте на этот так. Поставим на... На вот этот вот. Так. Первым делом определяем напряжение окончания заряда. Так, первым алгоритмом поставим сразу, так как мы будем работать третьим алгоритмом, поставим, давайте, 4,5 ампера. Это будем так говорить, почти 10% от ее реальной емкости. Но я думаю, что в этой батарее ампер 50, скорее всего, и 50 нету. Ну давайте 4,5 ампера поставим вот так вот. И опа, а что такое, отключено, что ли? Этот. Не понял я. Шутки юмора. А вот. И смотрим, до какого напряжения окончания заряда у нас в таком режиме она дойдет. Как только у нас уйдет минут 10 на это, как только мы увидим напряжение окончания заряда, переключаемся на третий алгоритм. И пару часиков сегодня немного поработаем с ней, немного подолбим эту батарейку. Буквально через 15 минут напряжение окончания заряда у нас
добежала до 16,3 и перебил на третий алгоритм вот с такими настройками. Нижнее напряжение 13,2, верхнее 16,3, и ток также оставил 4,5 вольта. Поработаем в таком режиме еще часок, и на сегодня оставим батарейку в покое. Дадим ей отстояться. Завтра поработаю еще день с ней. Ладно, загадывать не буду. Посмотрим, как поведет себя батарейка завтра. Полтора часа проработал наш 55-й вымпел, и пишет, что заряд окончен. Поэтому на сегодня достаточно мучить эту батарейку. Отключаем, отсоединяем разъемчики, крокодилы, мерим плотность на прежнем уровне 1,20, возможно, я ошибся, когда предполагал, что залито много электролита в эту батарейку, и в крайнем случае откорректируем опять электролитом тем, который отлили с этой батареи. Ну, завтра еще поработаю, и будет видно. Друзья, батарейки отстояли 17 часов. И сегодняшнюю работу начнем с замера конвейчиком. И посмотрим, что нам дало наше дрочилово на третьем алгоритме. Так. 750 ампер. Ты, блин. Ага, 74%, 647 ампер пусковой ток, 12,67 НРЦ, сопротивление 4,26. НРЦ у нас в полном порядке, в полном порядке. Расслоения мы не видим. Теперь давайте займемся замером плотности. Плотность будем мерить во всех баночках. Батарея старенькая. Давайте начнем с первой. Так. 1,20. Вторая. 1,20. Третья проблемная. 1,16. Четвертая. 1,20. Пятая. 1,20. Шестая полупроблемная. 1,22. Так, друзья, ну в нашем случае я вижу, что мои предположения не подтвердились. Предположения не оправдались, и поэтому мы будем включать заднюю скорость. То есть сейчас я буду делать отбор со всех банок по 60, нет, не по 60,
Буду делать отбор по пластины. Электролита и заливать тот электролит, который мы отобрали с этой батареи. Тот электролит, это заводской электролит, поэтому я совсем не очкую его добавлять. Скорее всего, произошла небольшая заминка в том плане, что я, при решении задач с тремя неизвестными бывают допустимые ошибки. В данном случае возможно, что в эту батарею не доливался электролит, и я погорячился, сделав отбор. Но этот отбор, в принципе, вреда никакого батарее не принес. Он позволил более глубже и более лучше очистить пластины от застарелых сульфатов. Теперь мы отберем слабенький электролит, который мы видим в батарее. Зальем электролит плотностью 1,28 и произведем еще один дозаряд. После этого дозаряда будем строить дальнейшие планы на свою жизнь. Ну, не на свою, на жизнь этой батареи. Единственное, что хочу сказать, блядь, вот зря я включил вот это дрочило. Вот. Не люблю я вот эти, не нужно было его делать. Ну да ладно. Так, займусь отбором пока. Друзья, сделал отбор по 120 миллилитров. До перемычки с каждой банки долил тот электролит, который мы отобрали, выставил уровень во всех банках, получился уровень. Я хочу напомнить для хейтеров, которые сейчас начнут писать там в комментариях, что дядька, ты ерундой занимаешься, эта батарейка 12-го года, ей 10 лет. Парни, когда вот делали эту батарею, когда ее производили, в то время я был еще молодой, здоровый, красивый. Ну, может и не красивый, но чертовски привлекательный, в отличие от того вида и состояния, в котором я нахожусь в данный момент. И за этот промежуток времени, за 10 лет, с этой батареей хрен знает, что происходило, что произошло с ней, кто ее юзал, кто ее пользовал, как ее пользовали. Об этом я же не знаю. И с клиента выпытать это мне никак не удалось. Поэтому приходится как-то выкручиваться, как-то искать подход к батареям. И одно дело, когда вы обслуживаете там свою личную батарею, когда ты знаешь, когда она покушала, то есть позавтракала, пообедала эта батарея, когда она покакала, а здесь привозят абсолютно незнакомый вариант. Сейчас в таких корпусах с такими наклейками уже давным-давно нет батарей. Этих реакторов. И, ну что ж, приходится небольшие трудовращения производить. Так, ну ладно, закидываем ее в зарядный бокс. Сейчас произведем один дозаряд, мерим плотность, мерим показатели батареи. И буду звонить клиенту, пусть собирает денежку. Довезет ее в аккумулятор сервис. Так, ладно, закидываем зарядный бокс. Так, как видим, NRC 12.7. Так, 12.6. В принципе, то же самое, что сразу перебиваем профиль.
алгоритм ставим первый. Эти дрочиловые нам не нужны. Так, напряжение поднимаем до 17 вольт. Напряжение окончания заряда. Так, и ток ставим 3,7 ампера, то есть 5% от виртуальной емкости. В ней, конечно, 75 ампер уже давным-давно нет. Больше понтов в этой батарее. Ну, выставляем 3,7 ампера и запускаем двигатель нашей зарядки. Все, поехали. Время без 10:12. Сегодня поздновато начал работать с этой батареей. Были другие первоочередные задачи, поэтому аугаком саму. Друзья, небольшой косяк, блин, сделал. Забыл, что записываю видео и отключил зарядник, откинул клеммы. Собрался мерить, и потом только вспомнил, что мы-то пилим ролик. Ну ладно, на словах объясню. Значит, заряд продлился почти 4 часа, 3 часа 40 минут. Напряжение окончания заряда у нас начал падать с 16,5 до, упал до 16,3 и уже начал потихонечку перебираться на 16,2. Я решил, что заряд окончен. Так, в промежутке, где-то через полтора часа, как после начала заряда, сделал еще одну корректировку, отобрал по 60 миллилитров электролита, электролита с аккумулятора, и залил электролит плотностью 1,28. Сейчас давайте мы с вами замерим плотность во всех баночках. Вроде не бухал, руки не трясутся, а аккумулятор весь в электролите. Так, плотность почти 1,26, но твердых 1,25. Также 1,25. Блин, говорила мама, не кури. Близко к аккумулятору. Так, надо убрать бычок. Так, вот это третья баночка у нас, которая была проблемная. Так, ну здесь у нас 1,24 плотность. 1,24. Здесь было 1,18, по-моему. Так. Да, 1,18. Так, здесь у нас 1,24,5. И вот эта отстающая баночка тоже была полупроблемная. 1,23 было. 1,25. Так, небольшой разбег есть. Ну, сделаем скидку на 10-летний возраст. Так, и сделаем, давайте, некорректный замер, потому что я сейчас буду звонить владельцу, чтобы он забирал. Дело в том, что я завтра хочу устроить, возможно, себе выходной. У меня в понедельник выходной, в отличие от других. И накопились кое-какие проблемы, которые нужно решить в нерабочее время. Так, обычная АКБ. О, 750. Ничего мы не мерили. Ну, будем так говорить. 72% батарея выкатывает. Чуть параметры чуть меньше, чем после предыдущего отстоя.
640 ампер пусковой ток, Volkswagen будет крутить, аж заворачивать. Думаю, что, вернее, не думаю, а планирую снять еще один ролик дополнительный к этому по диагностике этой батареи непосредственно на машине, потому как нужно разобраться, почему так произошло, что эта батарея вот таким образом села и высадилась. Сделаем диагностику. Volkswagen Golf, по-моему, Golf они говорили. Гольфик. Сделаем диагностику. И думаю, что на этом все. Дальше плотность завышать не буду. Пусть поработает эта батарейка с такой плотностью, с 1,25. Это нормально на летний период времени. Возможно, налил немножко больше воды, чем требуется, хотя все по уровню. Ничего страшного. Пусть водичка поработает, поотмывает сульфатики. И Бог даст, может быть, мы с этой батарейкой еще встретимся, с этим пенсионером. Он, блин, если на человеческий язык перевести, то в этой батарейке где-то лет 95, наверное, под 100. Труженик. Ну, что могу сказать? Умели, вернее, не умели, а умеют на самом деле производители делать хорошие долгоиграющие батареи, но им это делать абсолютно невыгодно. Зачем человек будет ездить 10 лет, когда нужно сделать так, чтобы он отъездил 4 года максимум и приехал, купил новую батарейку? Вот это выгодно, вот это интересно. Так, ну ладно, друзья, ролик буду заканчивать. Всем добра, удачи, здоровья, благополучия. Берегите свои батарейки. Всем пока-пока.